Еще один вопрос, который касается покупки обуви. Обязательно обращайте внимание на материал, из которого изготовлена обувь. Если вы хотите максимального комфорта, берите обувь из натуральных материалов. Это может быть кожа, замша. Хотя замши сейчас очень мало, она осталась там в каких-то локальных брендах. Даже многие премиум бренды используют это очень часто спилок. Что печально, но имеет место быть. Один важный еще момент, на который хочу акцентировать ваше внимание. До сих пор некоторые люди уверены, что канва – это кожаная обувь. К сожалению, нет. Канва – это текстильная основа, на которую нанесен полимерный краситель, полимерная составляющая с красителем. В связи с этим канва реставрации не поддается. И если вы рассчитываете носить такую обувь долго, не обнадеживайтесь, потому что трещины на сгибах появляются достаточно быстро, и восстановлению, кроме как декоративной заплатки, не поддаются.